Ищите Господа, пока возможно. Ищи, пока дается время. Пока над нами Божья милость и сеется святое семя. Не упускай возможность эту еще раз перед Ним склониться. И вновь, быть может, и уставшим, вновь Иисусу помолиться. Не знаем, сколько дано время, что новый день нам принесет, или будет мирным над нами небо, или Господь кого-то позовет. Все в мире как-то ненадежно, тревога, страх в сердцах людей, и как-то так все очень сложно, не знаем будущих мы дней. Вот только нам бы не забыть, что мы особенный народ, что наше жительство не здесь, мы избранный Иисусом род. Должно важнее для нас быть, не новость новую заметить, а что смогли мы накопить, с чем Иисуса сможем встретить, с чем Иисуса сможем встретить, что скажем в оправдание нам. На что потратили мы время, как мы стремились к небесам, куда спешили путь направить, чего искали на земле, к чему усилия прилагали, стремились к свету ли во мгле, как в чистоте хранили мысли, куда мы направляли взор, и как стояли мы на страже, правдив всегда ли был разговор. Как часто на вопросы эти мы не хотим давать ответ, и так порою забываем про данный Господу обет. Обет служить во все дни жизни и чистой совесть сохранить, не упуская дня, минуты, жизнь правде Божьей проводить. А жизнь короткая такая, и нужно главное успеть. Здесь нужно повстречаться с Богом и путь Его уразуметь. Не время думать о земном, не время эту целью ставить, ведь поздно, может быть, потом не сможешь ты всего исправить. Бог не обрядов от нас ждет, общаться с каждым Он желает. Бог свой искупленный народ к небесной цели направляет. Бог очень любит свой народ, и как ему порой печально, что с чужих он истоков пьет, и стало многое нормально. Наверное, и потому нас трудности пути встречают, что взор направить вновь к нему, они нас к Богу приближают. Они нам вновь напоминают, что наше жительство не здесь, что с чистым сердцем, без пятна порока, дойти нам надо до небес. Бог испытает каждого из нас, проверит цели и стремления, проверится и наш запас, в чем находили утешение. Пока еще нам дано время, как важно нам уразуметь, чтоб, запасаясь Божьей силой, смогли мы все преодолеть. Ищите Господа, Он близко, Он хочет говорить с тобой, светильник хочет твой поправить, дать сердцу радость, мир, покой. В молитве, в слове пребывая, свой очищай сердечный храм, чтоб Дух Святой, в нем пребывая, направил путь твой к небесам. Какая разница, что встретит, важнее будет, кто за нас. Ведь от любви великой Божьей ничто здесь не отлучит нас. Лишь силой возлюбившего нас сможет мы в жизни все преодолеть. Нет на земле ценней того, как с Ним общение иметь. Ищите Господа, пока возможно, на Него стоит уповать, и как бы ни было здесь сложно, лишь с Богом
сможем дошагать с Тобой.